Вам хорошо видно? Там один самолет или два? Да я смотрю, там кто-то к шасси прицепился, зайцем едет. Да, да, да. Нет, там один самолет. Это один. Просто, да. Или так он невысоко? Один, это просто два следа от двигателя, ага, крылья двигателя. Инверсионный след, только это, по-моему, не инверсионный след, а как-то по-другому называется. Так, харьковский будинок в Ченах. Да. А вот и невероятно. Да, вы харьковчанин? Да. Да, вот такие необычные скульптурки. Ух ты! А смотри, практически свастика в орнаменте присутствует. Где вы имеете в виду? А вот выше, свастика. Вы видите? Ну, похоже просто, конечно. Нет, ну, да. Не, ну так это был, по-моему, еще славянский какой-то древний символ, там, у индусов. Ну, так а вот, видите, еще ж, год постройки. Вон чем написан, не цифрами же. Да, а это римскими цифрами. Конечно, это еще то исчисление было. Да, но это я сейчас не прочитаю. Надо, кстати, дома потом посмотреть. Это вы говорите именно год постройки, да? Да, конечно, это именно год постройки. Год постройки, так. Не стрессься времени, но тут на красненьком. Пошли, сынок. Пошли. Можете выставку микроминиатюр посетить, интересно. А, спасибо. Морской музей. Благодарю. Вон, в углу. Благодарю. И тут у нас вообще красота, пиршество. Для туриста прям жалко, что я не. Жорка, давай быстрее, сынок. Так, это у нас памятник влюбленным. Буду ничего говорить по поводу этого памятника. Как на мой ханжеский взгляд, одежда товарищам не помешала. Успенский собор. Благовещенский собор. В стране растет количество церквей, чтобы народу было где дышать наладом в очередной раз. Покровский собор. Весь шарик вымыл. Какой ты молодец. Анатолий Гриценко.
Вот. Небогато человек живет, квартирка маленькая, видно, желтенькая. Так, это у нас что? Это у нас скляный струмень. Это же... Почему скляный? Зеркальная струя. Glass stream for fountain. А что же glass stream? Mirror получается. Жорка, иди сюда, сын. Стеклянная струя, зеркальная струя, двоечники. Да, ну тут, конечно, супер просто. Вот эта детализация. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Детализация скульптур просто выдающаяся. Даже сходство есть. Просто очень молодцы. Кто это сделал? И Шевченко на Шевченко похож, каким его изображают. Не знаю, каким он был в реальности. Так. Житловый будинок Майдан Конституция. Ну, в общем, это дом со шпилем. Тут даже так и не написано, да? Residential building. Похоже, только машин во дворе нету. Так, и последнее у нас Газпром. Газпром, а Госпром. Буржуйный будинок державной промысловості Держпром. 1928 год. Да. Красота. Пошли, Жор.